Частые аварии и пробки, огромный поток машин заставили городскую власть задуматься о расширении дороги по улице 50 лет Октября. Для этого было необходимо получить согласие на переселение десятков местных жителей. Проблема, наконец, разрешилась. На компенсации пойдет почти 100 миллионов рублей. За ходом работ понаблюдала Инна Зекунова. Казалось, эти дома простоят еще не одно десятилетие. Однако на днях рабочие и тяжелая техника начали прочищать путь для будущей дороги. Одной из главных транспортных артерий города. Общая протяженность нового участка будет чуть более километра. Трассу расширят на 3 полосы движения. 2 из них по 3,5 и 1 шириной 4 метра. Здесь появятся газоны, широкий тротуар и линия освещения. Проект обойдется городу 87 миллионов рублей. Во время проведения строительных работ существующая проезжая часть перекрываться не будет. Многим жителям этой улицы мы оказали содействие в приобретении жилых квартир. Срок сдачи в этом году, до 1 сентября, мы эту дорогу должны ввести в эксплуатацию. То есть к дню города это точно. Курские водители рады таким переменам. Время в пути существенно сократится. В час пик проехать на северо-запад, как и аналогично оттуда, практически невозможно. Поэтому хорошо, что власти города, администрация принимают какие-то меры для расширения дорог. То, что расширяют улицы в городе, очень хорошо. Пробок меньше будет, домой быстрее, в семье. Привет. Каждый день я стою в пробках, я очень рад, что будут расширять дорогу. Также власти планируют в следующем году запустить здесь троллейбусный маршрут. Инна Зекунова, Андрей Дегтярев, Сергей Дорохов, телеканал 7.